Пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщает, что водопроводный канал «Северский Донец» Донбасс может заработать в полноценном режиме после проведения восстановительных работ на участке трубопровода на западной окраине Горловки. Отмечается, что ремонт необходимо произвести на участке трубопровода длиной около 3 километров и диаметром почти 2,5 метра. Если нам удастся получить доступ на выполнение восстановительных работ на участках насосной станции третьего подъема до балки Шумы, канал «Северский Донец» Донбасс, это обеспечит его работу на полную мощность. Мы там еще не были и не знаем, какие конкретно работы потребуется провести. Для этого нужно оценить масштаб повреждений, проинформировали на предприятии. При этом получить доступ к нужному участку водопровода сотрудники «Воды Донбасса» не могут уже много месяцев. Как сообщалось ранее, трубопровод канала «Северский Донец» Донбасс пролегает вблизи линии соприкосновения на западе Горловки, вдоль Никитовского района города. В этой местности расположены позиции украинских силовиков, обстрелы которых неоднократно приводили к повреждениям и разрушениям объектов водоснабжения. При попытках приступить к ремонтным работам коммунальщики неоднократно попадали под огонь.